Сегодня Юрий расскажет нам про газовый баллон от медведя. Юрий, скажите, как давно вы занимаетесь походами и немножечко о своем опыте обращения с баллоном от медведя? Ну, походами я занимаюсь давно. Первый раз в лесу я в лес попал 6 лет. А походами занимаюсь коммерческими с 99 года. И вот до 2010 года единственное, что у нас было, это фальшвейер и ракетница. Потом появились вот такие баллоны американские. Вот. Стоп! Поближе нам просто посмотрим. Да, что за баллон. Угу. Спасибо. Вот эти баллоны состоят из... Есть такой ингредиент капсицин. Это вытяжка из перца, очень мощная. Для медведей это прям сильно-сильно действующий раздражитель на все его чувства. Глаза, нос, рот, слизистые все. Струя бьет на 7-9 метров. Нормальное такое расстояние, можно подключить. Достаточно безопасно. Единственная опасность — это ветер, надо смотреть, потому что человека бывает на раз. Как часто вам, как часто приходилось использовать? Слава богу, ни разу. Обычно обходились волшебным заклинанием из трех слов. Но как-то уверенности придает? Ну, уверенность придает так. Больше там психология. Это, ну, для меня это больше психология. Очень классная штука, очень мне нравится. И даже когда у него проходит срок годности, который пишут на нем, тем не менее он все равно работает и все равно он... Ну, то есть вы как-то тестируете, да, перед началом сезона? Ну, в принципе, да. Вот перед началом сезона вот он, слайдер снимается, нажимается кнопочка. Нажимать не буду, сразу говорю, потому что здесь офигеть. Ветер крутит. Да, у Насти тоже офигеть. Вот. Пользуйтесь, покупайте, ходите с ними в лес. Очень полезная штука.